Не рассчитал дистанцию, но все же успел затормозить. На остановке товары Бурятии. Контейнеровоз «Рено» врезался в притормозивший автобус маршрута номер 134. Сообщением Улан-Удэ, гарнизон «Сосновый Бор». ДТП. Сколько пассажиров было? Пострадавших нет? Нету пострадавших. Много пассажиров было? Да, человек 15 было. Оба автомобиля получили механические повреждения. Водитель грузового «Рено» свою вину не отрицает. Я виноват во всяком случае. Несоблюдение дистанции. И вновь ДТП с маршрутным автобусом. Столкновение Toyota Land Cruiser с автобусом маршрута номер 33. В результате Hyundai едва не въехал в магазин торгового центра «Крестьянским». Обошлось без тяжелых последствий, говорит продавец магазина, видевшая в окно, как автобус врезался в ограждение. Пассажиры были в автобусе? Пассажиры были. Пострадавшие среди них? Нет. Водитель сразу открыл дверь, и пассажиры все вышли и разошлись. А как много было, вы как считаете? Ну, больше 5 человек точно сидело пассажиров. Противостояние легковых машин на пересечении улиц Банзарова и Коммунистическая. Водитель такси упрекает своего оппонента в невнимательности. Но двигался в ту сторону Балтакина, кресло отсюда улетело, и все. Ну, ехал оттуда, не успел тормознуть, не увидел меня. То есть вы по главной полосе двигались, и вот момент столкновения с вами произошло? Да. Пострадавших нет? Нет. Как выяснилось, мужчина лукавит. На этой видеозаписи, сделанной чуть ранее, врачи скорой оказывают помощь пострадавшей пассажирке такси. Далее. Романтические отношения не заладились. На видео, предоставленном МВД, задержана женщина, которая, по ее словам, еще 1 февраля приехала в село Турунтаево к знакомому. Но что-то пошло не так, и вечером того же дня она угнала у мужчины кроссовер Nissan. По заявлению потерпевшего, угонщицу удалось обнаружить на подъезду к Улан-Удэ. Началась погоня за данным транспортным средством. Продолжалась погоня в течение 5-7 минут. Водитель данной автомашины создавал угрозы для других участников дорожного движения, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения. По всем фактам происшествий проводится расследование. Намсара Намсараев, Евгений Павлов, Жаргал Цырнашев. Новости дня.